Вот очередная работа косячника. Машина пригнана из Минска. Там прошел градик. Вот минские пацаны начудили. О, видно? О, как видно. Легенький, легенький град. Еще и половину не доделали. Положила я и выбросила и все. О, какая красота. Она пришла в упаковочке. Кто-то положил в ящик. И все. Взяли. Просто сказка. Уже заплатила и еще платежка пришла. Ну, я поняла, что... Тарифы у всех разные. Заплатил одним, проигнорировал других, считая, нажил себе проблем. Вон сколько не сделано. А зачем? Ни к чему это. Нормальным пацанам зачем? Бабосы сняли. О, наковыряли как. Красота! Тут оставили, тут оставили. Вот тут вот вообще сказка. Дырок на пизде насверлякали. О как, о как. В администрации пояснили, что действуют во благо жителей. А рядышком делать зачем? Не надо. О, песня. Заглушечка тебе положена. Вот так вот. Уметь надо.